Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Многие садоводы подкармливают плодовые деревья, а также ягодные кустарники исключительно фосфорными подкормками, забывая о втором не менее важном элементе, как калий. Конечно, можно подкормить комплексной осенней подкормкой, но в сезон после обильного урожая растениям требуется больше калия, чтобы быстрее восстановиться и следующий год тоже дать неплохой урожай. Итак, калий помогает растению лучше использовать доступную влагу, ускоряет метаболические процессы, улучшает развитие корневой системы, повышает качество, цвет и аромат плодов, увеличивает сроки их хранения и делает растения более устойчивым к морозам, засухам и различным болезням. Так что, если хотите, чтобы ваши зеленые питомцы были всегда здоровыми, я рекомендую внести с осени калимак. В нем ударная калийная доза от 40 до 50% в зависимости от производителя. Плюс в этом препарате также содержится магний. Этот препарат быстро усваивается растениями, и в нем отсутствует токсичное действие хлора. В одной столовой ложке примерно 30 граммов калимага. Для внесения в землю под будущие посадки раскидайте на 1 квадратный метр одну ложку удобрения. Для смородины хватит также 1 столовой ложки под куст. Для подкормки молодой яблони дайте 1 стакан удобрения, для взрослой 1,5-2 стакана. Для подкормки виноградника и малины используйте 50 граммов на 1 квадратный метр. И помните, только правильная дозировка любого удобрения положительно отразится на растениях и не нанесет вред организму человека. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!